Это моя квартира. Здесь есть ванная. В ванной есть стиральная машина. Сама ванная по себе довольно большая. В ней можно уместить, в принципе, даже 3 человек, если в этом будет надобность. Далее у нас идет одна единственная комната. Здесь плита, на которой я буду готовить еду. Есть утюг и микроволновка. Сергей Халаимов отмечает новоселье. В его однокомнатной квартире студии собрались самые близкие люди. Бабушка Антонида Андреевна и представители органов опеки и попечительства. Говорят, будущий программист к самостоятельной жизни готов. Он все может. Он абсолютно не лодырь никакой. Он собранный. Никогда не трясла, не будила. Соскочил, надо, побежал, все сделал. И здесь у него будет все хорошо. И что учить? Порядку, чтобы было чистая посуда, заправлена кровать, на столе не крошки, все, мусор вынесен, в ванной порядок. Сергей – один из 7 новоселов. Все они – дети, оставшиеся без попечения родителей. Заветные ключи от квартир им вручил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Обживайте, создавайте уют, пусть в вашем доме будет счастье, радость. Создаются семьи. Спасибо огромное. По соседству с Сергеем гостей принимает Мария Романова. Ей всего 18, но она точно знает, что свяжет свою жизнь с медициной. Девушка учится на 2-м курсе колледжа по специальности «Сестринское дело». Чай, сладости, фрукты, душевные разговоры за столом. А в голове мысли, как квартиру сделать еще комфортнее. Буду добавлять мебель, которой не хватает, или же что-то там перестраивать. А чего там не хватает? Дивана. Слева от хозяйки – чета Марановых. Федор – самый старший новосел. Так сложились жизненные обстоятельства. В его семье 3 детей. Родители признаются, именно они больше всех ждали переезда в отдельную квартиру. Они вообще в восторге. Потому что отдельно как бы будем жить, то все вместе, там с родственниками. Это собирает сумочку маленькую с игрушками. Говорит, как без игрушек туда. За 5 лет в рамках реализации региональной программы в муниципалитете ключи от новых квартир получили 76 человек. До конца этого года новоселье отметят еще 12 детей, оставшихся без попечения родителей. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».